В чашку для смешивания добавьте 300 грамм говядины, нарезанную соломкой, 1 яйцо, 2 столовые ложки соевого соуса и 1 столовую ложку крахмала. Соль по вкусу и перемешайте. Этот соус любое мясо сделает мягким. Далее сковороду с высокими бортами налейте небольшое количество растительного масла и поочередно обжарьте мясо. Готовое мясо вынимаем в отдельную посуду. Далее обжариваем овощи. Болгарский перец, нарезанный соломкой. Обжариваем 1-2 минуты. К перцу добавляем лук, нарезанный перьями. Лук нарезанный довольно крупно. Все хорошо перемешиваем и обжариваем минуту-две. Далее добавляем чеснок, мелко измельченным ножом, и ранее обжаренное мясо. Все хорошо перемешиваем. Добавляем соль по вкусу, 1 столовую ложку соевого соуса и 1 столовую ложку крахмала. Хорошо перемешиваем и добавляем немного воды. Тушим мясо 2 минуты и подаем к столу. Такое мясо я люблю подавать с пампушками. Получается очень-очень вкусно. Кто хочет рецепт пампушек, пишите в комментарии. Сниму по этому отдельное видео.